Привет, ребята! Много кто у меня спрашивал, как же, где можно продавать лоты в Украине. Я говорил, вам советовал аукцион Vivolity. Ну, давайте попробуем показать вам, как там зарегистрироваться. И в этом видео я зарегистрируюсь и продам лоты на этом аукционе. Покажу, как дороже всего продать лоты через этот аукцион. Итак, берем, заходим на сайт, нажимаем кнопочку регистрации, как вы видели раньше. И заполняем ваш аккаунт с вашим именем и фамилией. В данном случае я заполняю тем названием, которое вот мне хотелось бы назвать данный аккаунт. Верифицируемся с помощью телефона и придумываем сложный пароль для входа в аккаунт, чтобы его никто не взломал. Также обязательно советую всем ознакомиться с правилами аукциона. Если вы хотите торговать, продавать какие-то лоты, обязательно внимательно прочитать, стоит правила, что можно, что нельзя, как лоты выставлять, какие запреты. Ну и благодаря этим правилам я сейчас выставлю лот на данный аукцион. После прочтения правил, вот у меня мою заявку подтвердили, я зарегистрировал, и нужно зайти на аккаунт, используя почту, которую я зарегистрировался, и тот пароль, который я придумал. Дальше, чтобы выложить лот, нужно иметь его красивую фотографию. Для этого я заказал специальный фотобокс, используя который я постараюсь сделать хорошую фотографию и выставить на данный аукцион. Я вам сейчас покажу, как дальше это будет происходить. Чтобы сделать хорошую фотографию, я вот прикупил вот такую штуку. Брал не в Китае, потому что довольно долго в Китае, но это все китайское. По стоимости $12 это стоит. Это специальный бокс, я его еще не вскрывал. Сейчас вот первый раз открою, посмотрим, что входит в комплектации. Специальный бокс для фотографирования разных предметов, монет, которые сборной. Давайте посмотрим, как он выглядит. Там должны быть разные фоны, судя по картинке. Вот я уже вижу, просвечивается. Отлично. У нас есть какие-то даже USB провод. Да. Мы видим инструкция. Вот так вот собирается этот бокс. И разные фоны в нем используются. Давайте посмотрим, какие же могут быть фоны. Вот смотрите, зеленый, синий, красный, желтый и белый. Фоны, которые используются. Вот так вот он собирается, закрепляется на кнопочках, на вот эти обычных. Вот есть подсветка, довольно простой. Я покажу фотографии, сделаем. Сейчас я его соберу и покажу, как выглядит он в собранном виде. Подключается он к обычному пауэрбанку. Вот такой вот провод, который шел в комплекте. Ну, выхода под розетку нет, но и она не нужна, потому что провод не сильно и длинный. Как я закрепил внутри, вот на такие вот маленькие крепежи крепится фон, сзади они отщелкиваются, и можно менять в принципе любой фон из тех, которые я показал. Вот такая вот сверху лампочка. Все довольно таки хлипенько, шатко, но я думаю, для фотосъемки нормально все будет. И вот, например, лот, если просто размещать, да, на таком фоне довольно прикольно смотрится. Ну, главное выбрать, какой лучше всего подходит. Думаю, попробуем сейчас с разными фонами. Может быть, даже черный подойдет для данного лота. И, скорее всего, лучше его поставить на подоконник, чтобы свет хорошо проникал в бокс. Ну, либо в какое-то светлое место, если там снимаете. Данная монета выглядит. Ну, давайте лучше попробуем с черным, как оно будет смотреться. Давайте попробуем. Видим, у меня на счету 0 гривен. Я не смогу создать лот. Давайте попробуем. В любом случае, нажимаем создать лот. Выбираем аукцион Vivolity, на котором. И у меня пишется недостаточно средств. И если мы нажмем пополнить счет. Пополнение терминал касса. Посмотрим, что это такое. Да, пополнение через терминал. Можно сделать через карточку. Давайте посмотрим.
пополнение картой, там выбираем нам нужную сумму и нажимаем далее. Далее оплатить. Нас перебрасывает на платежный сервис. Это сервис не Виолити. Вот тут мы вводим свои данные, абсолютно защищено соединение. Ну, я не буду вам показывать. И давайте пополним. Сейчас оплатим. Вот здесь еще через Приват 24. Вас перебросит на сайт Привата. Окей. Итак, друзья, ну что, я пополнил кошелек. Теперь можно создавать лот. Начнем с того, что нажмем кнопочку «Создать лот». И у нас открывается вот, такой вот, вот такая вот форма для создания лота. Мы выбираем я аукцион Виолити. Выбираем раздел аукциона, у нас нумизматика. Подраздел у нас Украина, обиходные монеты. Давайте посмотрим. Украинская, так, монеты Украины оптом, юбилейные, в буклетах, карбованцы. Вот, монеты для обращения и пробные. Да, эта гривна у нас, она пробная. Она для обращения была. Ну, была пробная версия 95-го года, но там не подошло качество, и вот потом ее переделали вот в ту, которую я сейчас выставляю. Название лота пишем. 1 гривня, 1995 год. Луганский танкостроительный завод. Напишем, что она в капсуле. Дальше. Ссылка на видеообзор лота. Вставляем ссылочку на YouTube. Загрузить фотографию. Размер не больше 3 мегабайт. Так, я загружаю. Сейчас у меня в районе 2 мегабайт данная фотография. Это у нас реверс. Аверс загружаем. Немножко кривовато получилось. Ну, как получилось. Что еще можно добавить? Тоже там в районе... Так, давайте дальше. Старт, ну, конечно, с 1 гривни. У нас шаг не меньше. Ну, поставим, например, 5 гривен. Резервную цену я не буду ставить. Посмотрим, как пойдет продажа. Но вообще можно поставить, если лот действительно вы оцениваете очень дорого, или у вас определенные есть критерии, сколько вы хотите, за сколько вы хотите продать лот, вы ставите, и у вас, соответственно, вы, с вашего счета спишется процент резервной цены. Вот. Ну, я не буду ставить. На когда? На когда? Ну, я думаю, на 4 дня достаточно будет. Время окончания лота. Давайте поставим время окончания лота 21, ну, где-то минут 40. В 40, чтобы люди ориентировались, что без 20. Ну, люди, мало ли кто как подойдет, может быть, даже поставим 40, так вот, 43 минуты. 5 минут последней ставки. Делаем. Материал у нас латунь. Латунь. Состояние. Ну, напишем. Вот так вот. Не проводил. Эффект там на фотографии. Местонахождение. Напишем Харьков. Мало ли, человек захочет встретиться лично. Оплата. Карта Монобанка, Приватбанка. Доставка, напишем новая почта. Так, за границу не отправлял еще, пока не готов, но в целом, я думаю, это тоже интересный опыт. Ссылка обсуждения не проводилась. Краткое описание лота. Вот сейчас скопируем, вставим. Что мы про лот расскажем? Что 1 гривна 95 года, тираж 52 тысячи. Произведена на Луганском станкостроительном заводе. И он еще называется Патронный завод, либо Первый монетный двор. Ну, кстати, юридически, как я читал, он не был признан. По поводу тиража, 52 тысячи, на самом деле, такие данные у нас названы, но представьте, монета была в обороте, какое количество лет, да, и я думаю, из такого огромного тиража, ну, потерялось, может быть, процентов 40, может быть, 30 реально монет, хотя мы, сложно это как-то угадать, но когда монета уходит в обращение, монеты вывозятся, теряются, и я думаю, значительная часть тиража могла быть потеряна, то есть процентов, может быть, даже 40, я бы вот посчитал, что потеряно, то есть по факту тираж тут сильно-сильно меньше. Так что такие монетки я вам советую прикупить, у меня есть запас из копилки, которую я на видео показывал на канале, так что зайдите, посмотрите это видео, сколько я получил монет из копилки 95-96 года.
Так, что дальше у нас? Мы подтверждаем, что мы согласны с правилами аукциона. И, друзья, обязательно ознакомьтесь с этими правилами. Как важно, что можно, что нельзя указывать. Какие моменты по поводу реплик, копий. То есть, насколько быстро нужно выходить на связь. То есть, действительно, если вы захотите продавать на аукционе, вам важно следить, чтобы правила вы соблюдали и не получать, соответственно, каких-то штрафных санкций, блокировок, банов и так далее. Очень-очень внимательно посмотрите. Тут не так много читать, но довольно, кстати, интересно, какие правила у аукциона. Вот тут вот это все, что есть. Ну что, поехали создать лот. Итак, к оплате. За размещение лота 1 копейка, за остановку времени окончания 1 гривна. Прикольная услуга, советую ее использовать. Дальше, цена продажи лота. Какая комиссия у меня будет? То есть, если он до 2000 гривен продастся, то будет 6%. Надеюсь, монетка продастся хорошо, и человек получит от меня вот такую замечательную монету. Вот, и как раз про нее даже у нас есть видеоролик. Окей, создать лот. Отправляем в обработку данных. Давайте посмотрим, что у нас с лотом. Да, монетка выставлена. 4 дня, мы все видим. Демонстрация товара, описание, фото. Все есть. Что нужно, чтобы разместить рекламу? Давайте посмотрим. Реклама на форуме 5 гривен. В рассылке довольно много, гляньте, покупателей, 20 реклама в блоке рекомендаций. Значит, заказать рекламу за 5 гривен на форуме, рассылка, блоки рекомендаций, ну, это я не буду делать сейчас, перепосты, 35 гривен у нас за рекламу. Давайте попробуем рекламировать лот. Так, будет списано, окей. Хорошо, у нас пишет, что обработка. Итак, по рекламе лота, давайте посмотрим, что включилось. Если посмотреть, в работе все три рекламных позиции, они у нас в работе. И уже начались первые ставки на данном лоте. Я еще разместил швейцарские часы EDAX. Пока рекламу не подключал, но поставил резерв. Да? Соответственно, я заплатил 1% с моего счета за данный резерв. На самом деле часы довольно интересные, швейцарская компания. И сами по себе, ну, порядка 10-11 тысяч гривен стоят данные часы. Сейчас есть ставка одного участника и робот, который поддерживает данный лимит. То есть лимит я могу как создатель лота убрать, да, резерв, вот, например, удалить, а могу оставить, потому что часы действительно довольно интересные. Посмотрим, как пойдут торги. Ну, вот все, что сверху, то есть до этого резерва цена должна повышаться роботом, а дальше уже как будут торги идти. Кстати, оба этих лота, они активны, и ссылочки можно посмотреть в описании, посмотреть, как они продаются, какая сейчас цена текущая на них. Можно даже поучаствовать. Если хотите, напишите комментарий или добавьте в избранное. Вот здесь мы, кстати, видим, сколько людей следит за данным лотом. Плюс какие-то вот вы можете наблюдать фотографии, да, которые продавец размещает. Ну, в данном случае я разместил компании EDAX. Ну, довольно классно. У меня это вторые часы, у меня есть еще другие часы. Кто смотрит мои сторис в YouTube, там я показывал. Так, ну что ж, вот так вот мы видим размещение данных лотов. Как только аукцион завершится, я покажу в сообществе, за сколько же продались оба данных лота. Если вы хотите тоже получить, участвуйте в торгах, попробуйте. Это довольно просто и довольно интересно.